Сегодня мы с вами протестируем красочки, которые мы получили фирмы Тури, перламутровая линейка и фирма вот, Шедевр, вот краски, стоящие в другой линейке. Вот попробуем сейчас поработать с перламутровым цветом при помощи круглых кистей на белой плотной бумаге. Вот такие вот красочки, пластичные очень. Посмотрим, как они будут в деле идти. Вот, посмотрим, смешиваются ли они. Вот такой вот цветочек сделаем. Синяя перламутровая красочка. Очень пластичная, очень хорошая. Далеко тянет ножку. Великолепная прокрываемость. Серединку сделаем светлой краской. Посмотрим, какие они в деле. О, серебряная. Так. Перламутровая, черная. Пока я только тестирую только перламутровые красочки. Так. Хорошо идет, хорошо вбивается. Да. И хорошо идет. Посмотреть, как они идут дальше. Красным цветом посмотрим. Хочу посмотреть на фоне ягодок. Хочу посмотреть, как идет цвет по ним. Идет ли, перекрывает ли желтый цвет красный. Вот попробую с рядышком. Хорошо ложится, пластично идет. Вот так, хорошо. Надо дождаться было, конечно, чтобы высохло. Жалко, нету более темного цвета, вот вишневого какого-нибудь цвета. И теперь возьмем зеленый перламутр, сделаем хвостики. Земляничку, черные точечки поставим. Вот и надо посмотреть, как будет пойдет у них в этих красках. Друг с другими цветами. Я возьму зеленые с оттенком голубого. Не нравится мне. Сейчас я потемнее, наверное, надо взять. Можно их, наверное, смешивать вместе. Ну-ка. Да, вот здесь уже получше. Он более контрастный, когда смотрится лучше. Здесь еще есть зеленая. Вот такая интересная красочка. Нет, хорошо получается. Сейчас я хочу сделать перламутровую со светлыми оттенками. Перламутр. Так, со светлыми оттенками. Так. Очень пластичная краска. Очень хорошо ложится.
Отзывается на нажим. Хорошо. Вот фантазийный цветочек. В очень близких сочетаниях. Так. Ничего страшного, берем. Нет, хорошо идет. Хорошо. Прям светится красочка. Но сохнет она, как и все акриловые красочки. Так, дальше что еще возьмем? Мы пробуем какие-нибудь два близких цвета. Например, перламутровый цвет, который есть с более темным цветом. Так. Так. И сгруппируем на синий цвет великолепный. Некий фантазийный цветочек такой. Вот. Так, сгруппировать надо белый и черный перламутровый цвет. Могу. Колокольчики. Серенькие, а голубенькие, наверное, еще красивее будут. Очень голубенькие. Сейчас я вот на другой лист перейду. Так. Угу. Цветочек ландыша. Сейчас попробуем нарисовать цветочек ландыша. Сразу возьмем, сделаем. И ландыш. Но здесь вот, к сожалению, белый цвет, поэтому здесь мне делать. Крайне пластичный материал, хороший очень. Только на белом фоне ландыши не смотрится. Здесь будет больше смотреться более яркие цветочки. Эти календула. И здесь похоже очень перламутровый этот розовый цвет. Розовый. Еще бы розовый сделать с черным. Попробуйте с темпера смешать. Может, темпер? Да, попробуем. Они между собой очень хорошо ложатся. Здесь все хорошо. Так, сейчас попробую серединку. Вот голубой цвет мне еще хотелось попробовать. Сейчас голубой с сиреневым.
колокольчики всякие. Нет, здесь великолепно. С колокольчиками все великолепно. Попробуй смешать с темперой. Так, возьму сейчас красочку темненькую возьму и попробую перламутровую с темперной красочкой, соединение краплака и кобальта. Краплак и кобальт. Посмотрим, как сглажен ли цвет. Смешивается ли? Ну, позиция тури идет хорошо. Сейчас посмотрю, как пойдет ли фирма шедевр. А шедевр створаживается. Полностью шедевр не идет с темперой. Нет, створаживается. А этот цвет хорошо идет. Так. Нет, тули перламутровый. С темперной красочкой великолепно идет. Очень хорошо ложится. Никаких вопросов. Красочка шедевр. Слабая прокрываемость материала. Очень слабая. Так. Светленького добавить. Чтобы завершить. Не хватает темных оттенков, которые были бы ярким звучанием. Вот. Из всех этих красочек мне очень понравилась по прокрываемости. Вот эта краска великолепная. Можно поработать даже в технике жели с перламутровой красочкой. Поработать. С белой. Да, да, надо с белой. Конечно, не с этой. Но здесь не было белой, а она с темперой. То есть белой хорошо пойдет. Очень красивый цвет для темперы. Ой, для цвет для жели. Вот сейчас попробую. Я. С белой с темперой. Вот это надо взять красочку. Побольше. Ой, хорошо идет, очень хорошо. И в светлых тонах идет, и в темных тонах идет. Очень красивый, богатый цвет. Очень красивый цвет. Очень хорошие вот эти два цвета, которые мне очень понравились сразу. Вот. Да, вот этот цветик хорошо компонуется. Вот этот цветик. Это у нас основной. Да, сиреневый цвет. Да, а это шедевр. Наверное, да. Фиолетовый. Фиолетовый, цвет, да. Да. Вот эти два цвета очень я хорошо. Это же это синий. Да. Синий перламутровый. Угу. Черный хороший. Черный. Очень хороший цвет. Перламутровый. Бирюзовый. Угу. Черный перламутровый очень хороший. Он такой настолько, благородный. Он благородный, таких оттенков и очень качественно ложится. И заметно, что черный с добавлением любых оттенков, он дает такой вот благородный цвет. Очень интересный. Пока я только с перламутром смешиваю, он все равно, видите, он уже какой интересный цвет получается. Растяжка на растяжке очень хороший. Вот. Просто вот этот цвет просто ядовитенький.
А так он хороший тоже. Все. Не хватает мне оранжевых оттенков. Здесь. Все?